Привет, Дима! В кинотеатре «Искра» в прокат выходят сразу две долгожданные премьеры. С этого и начнем. Уже в пятой части серии анимационных фильмов «Ледниковый период» продолжается история об одержимой страстью саблезубой белки. Теперь отчаянная погоня за неуловимым желудем происходит в космических просторах. Он случайно запускает целую серию событий, повлекших за собой угрозу, способную изменить весь мир ледникового периода. Чтобы спастись, остальные звери должны покинуть свои дома и отправиться за захватывающими приключениями. Космические приключения на этом не заканчиваются. Также в прокат выходит лента «Star Trek. Бесконечность». Это уже 13-й полнометражный фильм франшизы «Звездный путь». Событие развивается спустя 2 года после начала 5-летней миссии. Экипаж звездного корабля «Энтерпрайз» во главе с капитаном Кирком подвергся нападению пришельцев, которые уничтожают корабль на ближайшей планете. Все о конфликте с новым безжалостным врагом вы увидите в кинотеатре «Искра». 23 июля районный историко-культурный центр организовывает для всех желающих узнать побольше о родных местах интересный автобусный краеведческий маршрут. Древнейшие села Видновской земли, село Остров. Экскурсия намечена на субботу, начало в 10 часов. 23 июля шахматно-шашечный клуб «Олимп» приглашает на блиц-турнир по шахматам. Клуб находится по адресу город Видное, улица Школьная, дом 43. Начало турнира в 12:00. А в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в рамках театрального фестиваля «Ура, каникулы» Московский государственный театр «Жар-птица» покажет сказку «Любопытный слоненок». Спектакль понравится как детям, так и взрослым. Приходите в субботу, 23 июля. Начало в 12 часов. В этот же день на открытой площадке возле главного здания усадьбы Московская областная филармония представит концерт квартета имени Алябьева. Если вы жаждете хорошей музыки, обязательно приходите. Начало в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Надеемся на хорошую погоду.